Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока, Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар. И, безусловно, мы заинтересованы в развитии отношений не только по двусторонним каналам, но и с региональными структурами, которые созданы многими из наших партнеров, имея в виду Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, имея в виду Лигу арабских государств, АСЕАН, Африканский союз, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна и другие. Со странами Африки, вы знаете, мы выводим наше партнерство на подлинно стратегический уровень. Это было подтверждено на втором саммите «Россия-Африка», который состоялся в июле этого года в Санкт-Петербурге. Ну и важным этапом развития наших отношений с латиноамериканским континентом стала межпарламентская конференция России и Латинской Америки, которая состоялась осенью прошлого года. И Африка, и Латинская Америка – это так же, как и перечисленные мной азиатские страны, это нарождающиеся самостоятельные центры многополярного мира.